Здравствуйте, меня зовут Сидоренко Наталья, я руководитель добровольческого движения «Дорогу добра» город Домодедово. Сегодня я хотела рассказать вам про детей с ограниченными возможностями здоровья. Порой мы видим на улице детей, не похожих на остальных. Кто-то передвигается на коляске, кто-то не умеет говорить, кто-то не видит или не слышит. Обычно наша первая реакция – это испуг, потому что мы редко сталкиваемся с ними в повседневной жизни. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и психическом развитии. Любые ограниченные возможности здоровья накладывают отпечаток на ребенка и его семью. Часто дети находятся дома в изоляции. Родители особенных детей не всегда готовы показать ребенка обществу. Иногда это просто невозможно сделать. На современном этапе в нашу жизнь входит инклюзия. Это возможность находиться детям с особенностями развития вместе с остальными. Для чего это нужно? Чтобы сделать жизнь особенных детей качественной и привычной. Чтобы каждый из нас научился относиться к детям с ОВЗ как к обычным, не стеснялся и не боялся находиться рядом. При взаимодействии с детьми с ОВЗ достаточно руководствоваться простыми принципами – тактичность, внимательность, принятие. Они смогут сделать процесс общения полезным и приятным для всех.